Я там трансляцию начал. Если что, в Ютубе. Если захочешь кушать. Че поехал-то? Игорёк отжимать делся. Он уже умань. Есть. Двадцать. Тридцать. Сорок. Нормально. Вроде пока. Сороковник. Пятьдесят. Руки потеть начали. Шестьдесят. Семьдесят. Еще 30. Восемьдесят. Еще 20 раз. Фу, блин. Девяносто. Еще десятку и все. Еще 5 раз. Кто меня смотрит? Фу. Пипец. Сделал соточку. Фу. Сотку сделал, хотя 2 часа назад еще на тренажер в парке жимлежа делал. Тоже есть на видео. Это я все туда на видосик говорю. Фу. Легкие мои горят. Сколько там по времени? Да, за 4:30 я, наверное, или за 4:20 сделал. Отжимаю.
Вообще жесть. Сделал все-таки 100 раз. Что-то стояк, блин, мучает. Я же вроде все силы потратил. Что-то, блин, стояк мучает меня. И жопу чуть-чуть почувствовал. Ну ладно, пофиг. Я тоже йогой занимаюсь тут в трусах. Что, не только же девушкам йогами заниматься всяким. Я типа тоже делаю йогу. Йога. Тоже йогу делал. Соточку уже я сделал. Йогой занимаемся. Что еще мы делать можем? Больше ни хера. Фу. Я 100 раз сделал, так что пофиг. Вообще пофиг. Стринги типа делал. А было прикольно, кстати говоря. Мне понравилось. Мне понравилось, круто было. Я еще йогой позанимался. В стрингах. Девушки тоже этим занимаются. И я этим занимаюсь. По приколам так просто занимаюсь. Мне так по кайфу. Мне так нравится. Ну, мне вообще пофиг, кто что там думает. Клала я писюлек. Юлек, клала я писюлек. Че я в стрингах поделал, мне прикольно было. Мне пофиг. Реально, хер клавы на все. Все, стрим по отжиманиям я заканчиваю, короче говоря, мне похер. Мне было по приколу так сделать просто. Вот, все-таки я. Да, мне не стыдно, что поделать. Я хер клану, это стыд, но все остальное.